Крупное новостное издание сообщило, что российские большие десантные корабли покинули Новосибирск. Находившиеся ранее на базе ВМФ России в Новосибирске российские большие десантные корабли неожиданно пропали со спутниковых снимков. Это, вероятно, свидетельствует о том, что последние направились в Черное или Азовское море с неизвестной целью. Последний раз российские БКД были замечены доставлявшими вооружение в Бердянск, однако позднее об их судьбе больше никаких сведений не появлялось. На представленном спутниковом снимке можно увидеть базу ВМФ России, по данным на полдень 16 мая. На снимке можно увидеть, что российские БДК на территории военно-морской базы ВМФ России отсутствуют. Однако куда именно последние могли направиться, пока что остается неизвестным. Текущее местоположение российских БДК установить не удалось. Ранее стало известно, что российские БДК принимали участие в войне в Украине. В частности, российские большие десантные корабли доставили в Бердянск крупную партию вооружения, что позволило обеспечить возможность для наступления. По ряду предположений, российские БДК могли направиться в Азовское море, однако никаких официальных заявлений на этот счет со стороны Минобороны РФ